Со сцены школы «Лидер» звучит знаменитый венский вальс. Танцуют участники вокально-театральной студии «Драгоценности». Сегодня они – герои патриотической постановки с символическим названием «Во имя мира». В концерте участвуют артисты разных возрастов, самым маленьким ребятам, например, 3,5 года. Интересная деталь – на сцену с юными певцами вышли и солисты московских оперных театров. Постановка основана на архивной кинохронике времен Великой Отечественной войны. Со сцены прозвучали не только классические вокальные и литературные произведения, но и трогательные строки из фронтовых писем. Мы собрали очень много материала, и, естественно, переработать его было совершенно невозможно, очень сложно. И поэтому мы, естественно, показали некоторые только фрагменты. В наше время я считаю, что такие спектакли и такие концерты и такие разговоры о важном, да, должны проходить не просто раз в 3-4 месяца, а каждый день. Одну из центральных ролей в музыкальной постановке исполнил юный актер Алексей Мордвинкин. Кажется, на сцене ему равных нет. Он читает классику, поет, владеет самыми разными жанрами сценического искусства. Надо помнить о героизме людей, которые подарили нам вот сейчас то, что мы видим, голубое небо. Мне очень интересно участвовать в подобных проектах. Я с детства мечтал, и сейчас мечтаю стать певцом, солистом, хочу выступать в больших театрах. «Во имя мира» – не единственная патриотическая постановка студии «Драгоценности». Впереди у юных певцов и театралов новая серьезная работа над классической постановкой – концертом «Белый вальс». Юлиана Мазырина, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.